Дорогие мои товарищи, друзья, завтра, 1 февраля, я уезжаю в санаторий «Искра». И так как мне делать было нечего, я решила вам заснять видео о том, что я туда беру, как я собираюсь. Ну, в общем, стандартное видео на моем канале, которое вы так привыкли видеть. Я же всегда снимаю такие видео, когда я куда-то уезжаю. Так вот, берите с собой чаек, кофеек, водичку, сок, печеньки, вкусняшки, шоколадки, а может быть какой-нибудь полезный салатик. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну а мы поехали. Все дела сделала. Теперь можно писать список. Поехали. Let's go. Мама, это еще только 1, 2, 3, 4, 5, 7 предметов. Мне еще 3 куда-то надо поместить. Я тут прям такое ощущение, приедешь с этими. С баулами просто. Я просто не знаю, какие там учебники есть и каких там нету. Там их может быть и не быть, и как я буду делать? Я не знаю. Телефон вам на час сдается, все.
Прости, Настя, скажи, учебники дала туда вести вообще или не надо, или там есть? Вот это вот еда, и то еще не вся. Вот мой чемодан и чири, которые пытаются туда забраться. Ну, моя девочка. Может, ты прокладки сегодня снимай? Роман, где ободок? Куда ты его дел? Верните мне ободок! По утрам просыпаться буду. Тись, моя зяйка. Роман, улыбаемся и машем. Не, подожди, стой, дай я... Ты куда? Давай, вот так вот, раз, два, три... На меня... Ну, короче, я успела. Наверное. Зайка моя, ты будешь по мне скучать? Наверное. А ты будешь по мне скучать? Ай! Да. Точно? Да. Точно? Да. Точно? Да. Окей. Все, пока. Ну вот, ребята, как бы, собственно, и все. На этом мое видео закончилось. Роман, опишите ваши ощущения по поводу того, что я уезжаю. Ну, я буду скучать. Он сейчас так смотрит, как будто бы нет. Да я буду скучать. Опа, короче, вы все поняли. Ну ладно, ребята, на этом мое видео кончено. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, я буду по вам скучать. Насчет того, что выйдет ли влог оттуда или нет, я не знаю, потому что я... нам будут выдавать телефон на час. Поэтому я без понятия. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Он в Among Us играет, ребят. Ну, типа, все понятно. Пока-пока.